Начнем рассказ с героя нашего сюжета. Михаил Тимофеев работает в управляющей компании «Лидер» сантехником уже более 10 лет. За это время специалист даже не подумал сменить место работы. И дело не в том, что он боится перемен. Михаил понимает, что его труд ценят и в нем нуждаются. Именно поэтому мужчина продолжает развивать и улучшать предоставление коммунальных услуг вместе с командой. А еще Михаил уверен, что это редкость, когда руководство идет навстречу своим сотрудникам и помогает им в трудной жизненной ситуации. И, по его мнению, управляющая компания «Лидер» – одна из немногих организаций, готовых поддержать своих людей в беде. Именно здесь мужчине помогли решить его жилищный вопрос. Здесь могут и помочь. Здесь полный соцпакет, больничный оплачиваемый. Ну все то, что в нормальной организации должно быть. Мне не хватало на первоначальный взнос по ипотеке. Не помогли. То есть не остались в стороне. Управляющая компания помогла мне в приобретении квартиры. То есть помогли в первоначальном взносе. Было бы здорово, что после этого сюжета к нам пришли на работу люди. Михаил, как и остальные сотрудники компании, ждут в свои ряды ответственных и готовых к работе специалистов для успешного развития организации. Сейчас в управляющей компании открыты вакансии: газоэлектросварщик, сантехник, плотник, уборщик подъездов, дворник. На балансе организации находятся 223 жилых дома, и главная цель команды «Лидер» – это предоставление качественных коммунальных услуг своим потребителям, а качество зависит от того, в каких условиях работают сотрудники компании. У нас обеспечивается полный социальный пакет, то есть при уходе в отпуск отплачиваются отпускные, плюс к этому предусматривается еще материальная помощь. В случае каких-то жизненных сложных ситуаций мы тоже наших работников не оставляем без внимания, то есть наша компания работает командой, здесь мы и предусматриваем какие-то материальные выплаты, помощи. Кроме этого, управляющая компания «Лидер» активно взаимодействует с Читинским техникумом отраслевых технологий и бизнеса, Лесотехническим колледжем и Забайкальским государственным университетом. При прохождении практики в компании студентам тоже платят. А если сотрудники компании получают образование в учебных заведениях по форме заочного обучения, управляющая компания производит оплату учебного отпуска. Найти нас можно на Ингодинской, 6. Мы обслуживаем большую часть многоквартирных домов Ингодинского района. Телефон 35 19 56, либо позвонить даже мне 8 914 522 89 80. То есть все варианты при трудоустройстве, если какие-то проблемы есть, мы готовы рассмотреть, найти вариант какой-то при трудоустройстве. Но наша цель — набрать более объемную, сильную команду. Попадая в команду одной из крупнейших управляющих компаний Читы, вы получаете официальное трудоустройство с полным социальным пакетом и оплатой отпуска, больничного, учебной сессии. «Лидер» развивается не только в сфере предоставления коммунальных услуг, но и активно работает над созданием сильной команды специалистов в сфере ЖКХ. Хочешь стать частью сплоченного коллектива и улучшить свое финансовое положение? Приходи по адресу: город Чита, улица Ингодинская, 6, в офис компании, или звони по номерам телефонов, указанных на экране. Управляющая компания «Лидер» – это достойная работа в команде профессионалов.